Всем привет, дорогие мои девочки, дамы, женщины, бабушки, мамы. Всех-всех я хочу вас поздравить с праздником 8 марта, женским днем 8 марта. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой. Всего-всего хорошего. Хочу всех поблагодарить, кто со мной, кто заходит на мой канал. Всем огромное-преогромное спасибо. Я вам очень благодарна. А сейчас мы с вами будем делать вот такой тортик. Вот такой тортик. Ну и все, приступим. Грудинки наелись, нажарила. Еще осталось даже. Нормально. Делаю заварные. Тесто заварила уже. Сейчас буду яйца взбивать. На 8 марта хочу сделать торт. Без заварных. Я их сегодня испеку, а завтра... сделаю крем и соберу. Делаю творожный крем для своих заварных. У меня здесь 300 грамм творога, 160 грамм масла, 100 грамм сахара и 60 грамм сгущенки. Масло мягкое. Можно ванилинчика. Я вот не знаю, у меня есть, нет, но... сейчас посмотрю, насыплю. Все, и буду взбивать миксером. Все, девчонки, взбила. Все. Это я буду наполнять свои эклерчики. Вот такой вот он. Так. Получился. Угу. Такой крем хороший. Вкусненький. А сейчас буду делать крем. Чиз. Сливки 33%, 100 миллилитров. Две сливочные, ой, творожный. Ну да, сливочно-творожный сыр. Две упаковочки. Получается 280 грамм и сахарной пудры. Сейчас все выложу. Все выложу. И собью. И будем собирать наш тортик. Такой вкусный творожный сыр. Сахарную пудру сама делала. Вот. Нормально. Сделаем еще. Так, и сейчас открою сливки. Все должно быть холодное. Так. Ну вот, я думаю, что хватит. Все, буду взбивать. Все, девчонки, я взбила. Взбивала я 6 минут. Немножко сливок добавляла. Ну, крем получился обалденный. Ну, все, сейчас будем собирать тортик. Ну,
все, буду собирать его. Свои заварнушки вот эти вот. Густовато, я думаю, густовато. Надо было это пожиже, что ли. Не знаю, короче. Ладно, мы их будем ложить произвольно, потому что... Произвольно будем ложить. Так, ну тут, конечно, давайте-ка мы, да. Оно же как, друг на дружку будет ложиться. Можно, конечно, и форму создать, но я не буду. Вот сейчас у нас вот, да, будем побольше крема накладывать. Внутри у меня тоже творожный крем. Как-то так. Покажу, что получится. Вот так вот он у меня получился. Крем обалденный, начинка обалденная. Вот такие у меня есть камушки. Я сначала хотела шоколад натереть. А у меня здесь есть. Сейчас я вам покажу, что. Сейчас, девочки, покажу. Так. Я выписывала в Алмересе. Вот такие камушки шоколадные. И вот думаю, может украсить камушками. Как вы думаете? Вот так накидать. Смотрите, как оригинально. Смотрите. Вот, наверное, как бы вот так накидаю. Накидаю. Ну, можно и потереть еще, да, ведь? Все съедобное, все съестся. Камушек мы наложим. Такой у меня тортик получился.